ты нужен мне. Больше, чем всегда, ты нужен мне. Больше всяких слов, ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Чем вчера, ты нужен мне, ты нужен мне. Больше, чем всегда, ты нужен мне, ты нужен мне. Больше всяких слов, ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне. Больше дыхания, больше, чем сердце стук, больше, чем слово звук, и больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад, пусть проходит время, буду я с тобой. Больше дыхания, больше, чем сердце стук, больше, чем слово звук, и больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад, пусть проходит время, буду я с тобой. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера, ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем всегда, ты нужен мне, Господь. Больше всяких слов, ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне. Больше, чем слово звук, и больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад, пусть проходит время, буду я с тобой. Больше дыхания, больше, чем сердце стук, чем слово звук, и больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад, пусть проходит время, буду я с тобой. Больше дыхания, больше, чем сердце стук, больше, чем слово звук, и больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой.
я не вернусь назад. Пусть проходит время, буду я с тобой. Больше дыхания, больше, чем сердце стук, больше, чем слово звук. И больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад. Пусть проходит время, буду я с тобой. Больше дыхания, больше дыхания, больше, чем сердце стук, больше, чем слово звук. Больше, чем весь мир, я хочу быть с тобой. Я не вернусь назад. Пусть проходит время, буду я с тобой. Ты нужен мне. Итак, у нас сегодня два проповедующих. Станислав Анатольевич приглашает. Давайте встречать. Приехал с института, привез нам багаж знаний. Давайте, в общем, грузиться по полной, да? Да, давайте. Драгоценно, я приветствую всех, с кем не здоровался лично. Еще раз, может быть, кого-то пропустил. Извините меня. Здравствуйте, дорогая церковь. И находясь вдали, в другом неродном мне городе, Новокузнецке, я, конечно же, очень скучал по своему собранию и по Олегу. Да. Когда нужно было выбирать, в какую церковь идти, конечно же, я хотел поехать сюда, но не было возможности. И когда я оказался здесь, и там и страйкбол, и общение, и все это, я понимаю, что я настолько как бы привык и люблю нашу церковь. У меня здесь есть ответственность. Моя семья ходит сюда. И просто мне круто здесь быть. В нашей церкви. Аминь. И я хочу сказать спасибо детскому служению, всем, кто участвует там, да, Саша, Катя, Маша, Артем, Кристина, все, кто там вообще есть, кто что-то делает, потому что недавно я сижу дома, ну, по обыкновению читаю книги, приходит Захар и рассказывает, начинает мне проповедовать историю из исхода о Моисее и фараоне, и рассказывает мне, и рассказывает. Я говорю, ты откуда это знаешь? Он говорит, нам на детском научили. И так это круто, я думаю, я ему говорю о Боге, я мотивирую в нем веру, что хочу робота. Я говорю, давай молиться, значит, там как-то давай верить. Там. Ну, а на детском это очень. Я понимаю, что церковь, она исполняет свою миссию, и в детском служении это тоже миссия. Когда мы сеем в детей, когда мы стараемся, мы делаем. И сегодня мое послание, оно будет, знаете, о миссии. Это называется «Великое поручение». Все очень просто и понятно. «Великое поручение». И когда мы говорим о великом поручении, люди, те, кто ходит в церковь уже давно, у них сразу складываются определенные ассоциации. «Великое поручение», да, что это? Люди сразу думают о евангелизации, о миссионерах. И тексты вот эти вот, до края земли, да, будьте мне свидетелями здесь, в семье и до края земли, да. Идите и научите все народы, проповедуйте Евангелие. Сразу такая ассоциация возникает. Ну а что же, какой же Божий замысел вообще о человеке в принципе? Что Бог заложил в человека и вот в смысл бытия? Да, что такое миссия для человека, которую Бог воскладывает на него? Я прочитаю определение миссии, и потом мы начнем вникать. Миссия – это Божье поручение по распространению царства, требующего от человека полного посвящения и невозможное без Божьего участия. Еще раз. Миссия – это Божье поручение по распространению царства здесь на земле, требующее от человека полного посвящения и невозможное без участия Бога. Кто такой миссионер? Кто такой миссионер? И часто очень думают, что миссионер – это человек, который уезжает с одного города, едет в другой город, начинает церковь.
Ну нет, сегодня многие из нас уже знают, что миссионер — это не тот, кто поехал, да, это не наш пастор-миссионер, хотя он миссионер. И не просто кто-то там отдельный, миссионер каждый из нас, кто сегодня находится в церкви, кто понимает, что он церковь, он и есть миссионер. На своем рабочем месте, да, в своем спортзале, в школе, и где бы ты ни находился, ты миссионер сегодня. И твоя задача — распространять царство здесь на земле. Можно подумать, ну почему это моя задача, откуда ты знаешь? И с самого начала, с самого сотворения Бог заложил вот этот великий план, великий замысел Творца обо всем, что есть на земле. Просто многие люди сегодня, они это забыли или просто не знают. И сегодня я тебе и себе буду рассказывать о том, как же это все зарождалось и как это получилось. Книга Бытие, первая глава. Книга Бытие, первая глава. Тоже был первый миссионер. Как вы думаете? Кто был первый миссионер? Да, давайте читать. Первая глава, 28 стих. 28 стих. «И благословил их Бог, людей, и сказал: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». Это и было самое первое великое поручение, которое Иисус впоследствии перефразирует. Он говорит, он создал Адаму и Еву и сказал: наполняйте землю. И часто я сам так думал, наполняйте землю, ну в смысле рожайте детей, как бы, и вот живите на земле. Но нет, это не так было. Наполняйте землю, знаете, это как будто бы учением, потому что у вас есть отношение с Богом. И я хочу, чтобы вы наполнили всю землю. И чтобы моя слава, она распространилась везде. Да кому рассказывать, людей-то еще нету. Но 2 глава, 8 стих в Бытие нам говорит о том, что Эдем, сад Эдемский, он не был по всей земле. И задача Адама была распространить весь Эдемский сад на всю землю. Это была одна из задач Адама. 2 глава, 8 стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке». Представьте, земля, она же большая. Бог насаживает сад в определенном месте, поселяет туда людей и говорит: наполняйте всю землю. И дает им задание. Деревья сажайте, там, да? Название давайте животным. И пусть вот этот райский сад, он распространится по всей земле. Это и было первое великое поручение, данное человеку. Великий замысел Творца, чтобы слава о Боге и вот этот райский сад, и все люди, они жили в Божьем присутствии, в Божьей славе. Но по некоторым причинам, да, мы знаем, небезызвестным, пришел дьявол, неправильные источники информации, неправильный круг общения, сделал свое дело, и Божий план, казалось бы, рухнул. И миссия, она остановилась. Шло время, и Бог решил миссию обновить, так сказать, сбросить счетчик и обнулить. Через кого? Через Ноя. Через Ноя, да. Давайте, чтобы тоже зачитаю. Это будет Бытие, 9 глава. Человечество очень сильно развратилось, что Бог не мог больше смотреть на это, потому что люди во грехе жили. Они совершали всякие преступления, и Бог не мог на это смотреть. И поэтому Он посылает на землю потоп. Он решил всех потопить и оставить одну семью, через которую Он хочет заново восстановить миссию. Заново начать Божий план и замысел, чтобы все-таки Бог же не меняется. Есть великий замысел Творца, который заложен в нас с вами. И Бог все равно его исполнит. Будешь ты участвовать или нет, Он все равно сделает свое дело. 9 глава Бытия, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь, размножайтесь и наполняйтесь землю». То же самое поручение, которое он дал Адаму, через много-много лет он заново дает то же самое поручение Ною и говорит: «Ной, я выбираю тебя, я говорю тебе, иди и наполняй землю». Наполни землю, расскажи людям обо мне, что есть я. Пусть все знают, что я есть.
Это было тоже великое поручение, но которому не суждено было состояться в тот момент, потому что грех уже жил не просто где-то снаружи, он жил внутри человека. И грех все испортил. Он пытался, дьявол пытался миссию всячески сломать, все испортить. И знаете, изменился облик земли с потопом, но не изменился Божий план по спасению человечества и спасению земли. Потом Бог смотрит, что ничего не получается. И Он ищет, через кого бы дальше делать. Вы знаете, есть такое выражение, что в человеческой душе или в сердце, да, или в самом человеке есть дыра размером с Бога. И чем бы ты ни пытался ее заполнить, да, удовольствиями, покупками, может быть, кто-то там алкоголем, да, ничто не может закрыть эту огромную дырку с размером с Бога. Вы знаете, только человек может мыслить бесконечно. Представить себе бесконечность. Только человек, ограниченный человек с бесконечным мышлением, может вместить бесконечного Бога. Никто другой не может этого сделать. И поэтому Экклесиаст 3.11 сказал, что я вложил в сердца людей мир. То есть Бог вложил в наши с вами сердца понимание вечности. И наша душа, она вечна. И поэтому земные ценности не могут ее насытить. Не могут. Мы с сыном поехали в Кемерово. На вокзале стоим. Он говорит: папа, купи мне робота. Я, конечно, не стал покупать. Мама купила робота ему. Проходит буквально 2 часа. Он этого робота выкидывает. Увидел нового. Говорит: папа, купи мне нового робота. Вы знаете, и вот это бесконечный круг. Невозможно насытиться. Это, ну, как бы... Человек, он так устроен, что ему все время мало. Он хочет развиваться, он хочет шагать. Но земные ценности, они не удовлетворяют неземную душу, вечную. Это не насытит его. И Бог ищет дальше, через кого бы ему возобновить миссию. Он берет Авраама. Он говорит: я благословлю тебя, чтобы ты стал благословением для всех народов. Чтобы великое поручение по распространению царства, оно продолжилось в тебе. Сегодня точно так же Бог благословляет тебя и меня, чтобы ты стал благословением для этого мира, чтобы Царство Небесное, оно распространилось через тебя. Также Иисус говорит, что мы соль с вами, что мы соль этому миру. И если соль не будет соленой, то бесполезно ее, зачем она нужна тогда, она теряет свою силу. Так вот, во всем этом я вижу замысел Творца, потому что Бог, Он заложил у нас определенный потенциал, определенные задачи. Если мы их не делаем, то получается, соль потеряла свою силу. Вы еще здесь? Бог выбирает Авраама, через него хочет благословить все народы. Он говорит: я поэтому тебя благословляю, чтобы ты стал благословением, чтобы ты не просто в себя богател, чтобы мое царство, моя миссия, она распространила через тебя. Неужели мы богатеем просто в себя? Бог говорит: я благословляю тебя, чтобы весь народ узнал меня. Я еще хочу прочитать одну историю из интернета. Возможно, она известная вам, но она проиллюстрирует призвание человека, когда он двигается не в Божьем замысле. Это притча про орла в курятнике. Возможно, вы ее знаете, но послушайте ее еще раз. Орлица отложила яйца в гнезде на вершине высокой горы. День за днем она высиживала их, оберегала своих будущих детей и согревала их теплом своего тела. Как-то раз, когда она улетела на охоту, на гору забрался человек, который взял одно яйцо и, спустившись с горы, положил его под курицу, которая высиживала свое потомство. Курица высидела это яйцо, и родившегося орленка воспитывали все курицы, курятника, так как они обычно это делают. Естественно, живя с курами, он стал считать себя курицей. Немного странно было то, что он был не похож на остальных. Может быть, он был просто уродом. Он вырос, умея не летать, а только запрыгивать на свой насест. Он был обыкновенной курицей, но внутри его билось сердце орла. Иногда он чувствовал, что его жизнь не похожа на ту, какой она могла бы быть. И сколько он ни силился, он не мог подумать и представить, какой бы могла жизнь его стать. Поэтому он приучал себя к мысли, что он такой и есть, он курица.
И он в этом преуспел. Однажды старый орел в поисках пищи приближался к куриному двору и уже было приготовился броситься вниз, чтобы выхватить добычу пожирнее. Но он не мог поверить своим глазам. Среди куриц гулял молодой орел. И во всем великолепии куры его не боялись, и наоборот, иные задиристые петухи даже отгоняли его. Старый орел забыл о еде, он спикировал вниз, схватил его когтями и поднял высоко в воздух. Молодой орел даже не пытался вырваться, он прощался с жизнью. И тут старый орел зажал когти и выпустил его. Молодой орел камнем летел вниз, кувыркаясь и роняя перья. Но его крылья расправились, и под потоком ветра он почувствовал, что падение прекратилось, а какая-то невидимая сила поддерживает его. С тех пор этот орел узнал, что он не курица. Но всю жизнь он жил и приучал себя клевать зерна, высиживать яйца. Он делал не то, к чему он был призван, всю свою жизнь. И в размерах своего курятника он даже не мог понять, потому что все делают одно и то же. И мне кажется, что я должен тоже жить так же. На самом деле нет. Сегодня я открываю вам всем, друзья, что есть великий замысел Творца. Что Он сегодня вложил в тебя и в меня свой вечный мир, в свое сердце и разум. И только ты можешь постигнуть Бога со своим разумом. Ты, человек, ты и я. Мы можем знать Его, чувствовать Его и жить с Ним. Но Он не хочет не просто, чтобы мы были благословлены для самих себя, чтобы мы с вами все-таки взялись за эту великую миссию, которая провалилась в Адаме и совершилась в Ное, да. Сегодня Иисус Христос, сказано, что Он второй Адам. Он пришел сюда, на эту землю, чтобы это великое поручение передать тебе и мне. И мы, как церковь, должны светить на этой горе. Мы, как соль, должны осолять этот мир. Это великое поручение. И что бы мы ни делали, вы знаете, мы как те орлы в курятнике, когда мы просто занимаемся рутинной жизнью. Я не говорю, что нужно бросить все. Я не говорю об этом. Важно иметь семью, ходить на работу, строить карьеру, заниматься здоровьем, ходить в спортзал, там, да, учиться. Все это важно очень. Но нужно не забыть во всем этом, что есть великий план Творца. Земная жизнь однажды кончится. Она пройдет. И все мы предстанем перед нашим Господом Иисусом Христом. Да, Иисус говорил Ною, распространяйтесь по всей земле. Адам, он говорил, что наполняйте всю землю. Ну, Бог говорил, да? А Иисус нам сегодня говорит, идите до края земли. Сегодня Бог обновляет миссию, Он делает апгрейд, Он обнуляет все счетчики и говорит, что сегодня не нужно, чтобы кто-то один, сегодня каждый из нас носитель этого ДНК, носитель этой миссии. Сегодня нужно позвать на проект 24 ноября, это тоже миссия. Это тоже возложено на нас с тобой, потому что мы, ну не просто мы же живем для себя, мы должны наполнить землю Иисусом Христом, благоуханием, мы должны стать письмом. Моя жена стала дружить с одной девушкой из детского сада. Так получилось, что наши дети ходят вместе на танцы. Ну и там у них есть какие-то проблемы в семье небольшие, ну жена узнала по секрету. И там они ногти друг другу делают, там как-то дружат. И однажды, когда была домашняя группа, это четверг, вот последний раз, я сижу во дворе. И она идет, эта девушка, она идет своим сыном. А вы что не идете на танцы? Я говорю, знаешь, у меня собрание сегодня. Ну, жена рассказала, что я работаю в церкви. Я говорю, у меня собрание, я не могу. Она такая, давай я свожу твоего сына. Я бы взяла и пошла. И мне очень нравится, что мы с женой мыслим одинаково, что как бы нам рассказать этому человеку, этой женщине о Боге. И не просто позвать ее в церковь, чтобы она тут механически ходила, а именно желание, чтобы донести до нее благую весть о том, что сегодня Бог ее любит и хочет, чтобы она перешла из смерти в жизнь. Что ее ждет что-то большее, что-то вечное. Что смысл жизни, он не замкнулся вот в этом курятнике. Что есть что-то вечное. И как ей об этом рассказать, мы не знаем, но мы думаем. Но и жена моя прогрессирует в этом. Она хочет пойти в гости. Она хочет... Мне очень нравится такой образ мысли. И я хочу, чтобы наша церковь, конечно же, мы тоже так вот начали думать к такими категориями вечности. Чтобы мы хотели людям рассказать о нашей любви к Иисусу, и они понимали, видя нас, они знали, что есть что-то другое, что-то неподдельное и вечное, и не вот эти земные ценности, а те, которые ведут в жизнь вечную. Сегодня ты и я, мы с тобой призваны быть носителями этой миссии. Так давай уже усилимся, дорогой брат и сестра. И это не просто евангелизация, знаешь, это не просто там пойти брошюрки раздавать. Это образ жизни. Миссия – это образ жизни. Ты думаешь, ну как вот, как миссия? Да просто, живи святой жизнью.
Начни жить святой жизнью, просто самим собой являть то, что ты не такой, как все. На тебя смотрят и не понимают, что с тобой не так. Ты верующий человек, ты святой, ты избранный. Ты поступаешь честно. Ты живешь свято. Ты отказываешься от квернословия, от каких-то пагубных привычек. Ты любишь свою жену, одну единственную. Ты воспитываешь детей правильно. Ты такой, какой есть. И это притягивает людей, неподдельность. Вот эта вечная неподдельность, вечность, которая живет в тебе, Христова, она будет притягивать людей. Что-то я быстро очень все рассказал. Очень быстро. Вообще. Да, кручусь, да. Матфея 24:14. Матфея 24:14. Можно подумать, зачем мне все это надо? Какая-то миссия, кому-то что-то рассказывать, как-то жить правильно, еще что-то. Возможно, сегодня тебе еще это и не нужно, и ты еще не понял, зачем, какое предназначение меня ждет. Но для тех, кто уже понял и уразумел, что он церковь, что он Христов, что он хочет быть с Господом и ожидает небес. И чтобы это все приблизить, Матфея 24:14 сказано. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ты слышишь? Ты слышишь? Тогда придет конец, когда все, когда благая весть, когда вот этот Эдем, когда по всей земле он распространится, когда не останется человека, который не знает, не слышал и не видел Христову мысль о спасении, слово о спасении, которое... Тогда придет конец, тогда все, тогда ты и я будем с Господом. И чтобы ускорить этот процесс, поэтому Бог вложил в нас вот эту вечность, и мы с тобой можем это делать, приближая это спасение. Есть очень интересный текст в Судьях. Я не думал, что я так быстро закончу, но я просто расскажу вкратце, о чем там говорится. Там притча о том, как деревья выбирали себе царя. Сначала деревья пришли к маслине, они говорят, царство над нами. По-моему, 7 глава Судей. Царство над нами. А маслина говорит, это не мое призвание царствовать над вами. Мое призвание другое, я должна давать масло и служить этим маслом людям. Тогда деревья пошли к винограднику. Виноградник, царство над нами. Он говорит, нет, я не могу над вами царствовать, потому что это не мое призвание. Мое призвание другое, я должен давать сок для веселья и радости. Тогда они пошли к смоковнице. И говорят, царство над нами. Смоковница говорит, я не могу над вами царствовать, это не мое призвание. Мое призвание другое, я должна кормить людей. И тогда эти деревья пошли к терновнику. И говорят, царство над нами, терновник. И вы знаете, терновник, он откликнулся. Он сказал, хорошо, я буду над вами царствовать. И там есть такие интересные слова. Если вы поистине меня избираете, то есть если это есть мое предназначение истинное, царствовать над вами, тогда как бы все нормально будет. Но если это не мое истинное предназначение, тогда от меня самого выйдет огонь, написано, и поразит вас всех. Что он имеет в виду? Он говорит, что если мое призвание реально царствовать над вами и управлять, он говорит, тогда нормально все будет. Но если же нет, если я не буду в своем призвании, тогда я не смогу жить нормально. Из меня будет что-то другое исходить. И в данном случае огонь. Это как тот орел в курятнике. Это не его призвание. И у терновника не такое призвание царствовать над деревьями. И там, если читать дальше, то реально, что они все сгорели. Был поставлен царь не в своем призвании. И все люди там погибли. Я о чем сейчас опять говорю? О том, что есть призвание, что-то вечное. То, что заложено в нас с вами. Если мы двигаемся не в своем призвании, тот мучительный огонь, та дыра, которая с размером Богом, ее невозможно ничем заполнить. И как бы ты ни хотел, это как изжога, которая снова и снова появляется. И ты думаешь о вечности и беспокоишься. Единственный выход
просто взять и быть со Христом, и заняться уже Его делом раз и навсегда. Драгоценные, я старался как мог передать, у меня это есть, понимаете, у меня... Когда я узнал, что мне нужно проповедовать, я, можно сказать, узнал на страйкболе, знаете. Меня стреляли и сказали, ты завтра проповедуешь. Я думаю, вот это да. И в момент войны я готовил план проповеди. И потом я понимаю, что зачем тебе что-то выдумывать и какие-то учения строить. У тебя что-то есть в сердце, ты просто расскажи об этом. Это будет лучшая проповедь, потому что ничто другое, оно как бы, это самое живое, то, что у меня сегодня есть. Я был бы очень рад, что если бы мы все с вами были заражены Богом, в хорошем смысле слова. И поэтому я, друзья, благословляю вас. Пусть сегодня Божье призвание, Божий план, Божье предназначение в жизни человека, он просто исполнится в твоей и моей жизни. Аминь. Практически, как это выглядит практически, я уже говорил. Просто повторюсь немного, да. Конечно же, нужно проповедовать Евангелие. Нужно учить людей, рассказывать им о Христе. Нужно воспитывать детей правильно, да, нужно любить жену или там уважать мужа, да. Ходить на собрания, домашние группы, поступать свято, да, жить честно, отказаться от греха, найти себе наставника, чтобы тебя наставили. Драгоценный мой, пусть сегодня в твоей жизни будет миссия Христова. Все, спасибо, братья и сестры. Аминь. Просто у Стаса должно было... Здрасте, да. У Стаса должно было быть 30 минут. А получилось меньше. Ну ничего. Я вообще тоже... Здравствуйте всем тоже, кого не видела еще. И знаете, в первую очередь, то, о чем я хотела говорить, я вообще хотела помолиться. Но так как нам сложно, вот, чтобы, например, я или там, ну, мы с мужем, например, за каждого помолились, мы... сделаем это все вместе, потом помолимся. Но для того, чтобы нам понять, за что нам молиться, нам надо понять, за что молиться, да? И перед этим я хочу маленько поделиться тоже словом, своими переживаниями. И наши со Стасом послания маленько созвучны, потому что он говорил о миссии, о призвании. И вы знаете, я тоже всегда об этом размышляю, на мой взгляд, это одно из самых важных в жизни вообще верующего человека и неверующего тоже, потому что каждый человек, он в принципе призван к чему-то, даже неверующий. Просто он, вопрос в другом, что я, например, знаю об этом, а он еще не знает. Аминь. Скажите, а кто сейчас настроен вообще слушать? Слава Богу. Аминь. Вот, и я размышляю над определенным словом. Я по вечерам читаю, дочь укладываю и читаю Библию. И долгое время я читаю Второзаконие. И это одна из моих любимых книг, оказывается, вот в Пятикнижии. Ну, конечно, Бытие, но вот Второзаконие, еще очень интересная книга. И долгое время, читав эту книгу, я... И вот, знаете, бывает так у кого-нибудь? Вот ты читаешь, и на тебя прям стихи выпрыгивают какие-нибудь. У кого так бывает? Поднимите, ну, у двоих есть еще, да? Вот прям вот они прыгают на тебя, и все. Вот у меня так было. Я думаю, ну что, почему Бог мне это вот показывает? Не могу понять. И во Второзаконии есть несколько раз вообще, кто читал вообще Второзаконие? Ну, тоже некоторые читали. И вся книга, ну, если в двух словах сказать, то там написано... Ну, такие важные вещи. Он пишет, что ну, старайся соблюдать все то, что написано в законе. И вторая, это то, что вот на меня выпрыгивало. Только истреби зло из среды тебя. Кто-нибудь слышал это? Читал это? И там много раз повторяется. Даже есть главы, где по два раза повторяется. Истреби зло из среды тебя. Я думаю... Ну, про что же... Ну, там все понятно. Говорилось о грехе, что народ Божий, он постоянно грешил. То есть Моисей их там учил, надо так жить, там, ну, Бог через Моисея, так скажем.
Но народ Божий, он постоянно, то они роптали, то они еще что-то делали, ну, постоянно, в общем, то они идолам поклонялись, ну, все как бы эти истории знают, я не буду сильно много об этом говорить. И поэтому он постоянно, он говорит там проклятие, да, очень известная такая глава, ее всегда используют там в проповедях и так далее, о проклятиях. Но вот мне хотелось бы заострить вот это вот, ну, наше сегодня вот это послание именно на вот этом зле. Что же это за зло? И вы знаете, ну, понятно, что там говорится вот, что как грех. Истреби грех из среды тебя. И я все думаю, Бог, ну что же вот, ну вот какой грех во мне? Какой вот, ну почему ты мне это говоришь? Вот, ну, что я там не пью, я не курю, ну, такие образные, да, вот видимые грехи, ну, что там, мужа уважаю, люблю, там, ну, стараюсь правильно себя вести. Ну, думаю, ну, видимо, что-то недостаточно, потому что все равно вот это. И вы знаете, недавно я смотрела проповедь, интересно, не смотрела, а даже на аудио проповедь была, и я поняла, почему Бог мне вот это начал показывать. Основная мысль этой проповеди была в том, что, сейчас скажу, что можно быть призванным, вот Станислав сейчас говорил, что можно быть там помазанником и так далее, таким вот человеком, но иметь скверный характер, вздорный характер, ну или какое-то, ну что-то в своей жизни неправильное, так скажем, да, внутри себя. И ты можешь не войти в свое призвание из-за своего характера. Представляете, меня так это сильно коснулось, что я, например, ну так, скажем, да, я там пастор, но я, какой я могу быть? Сплетник. Ну не, не сплетник, давайте. Ну какой-нибудь психованный. Вот все, я все сразу психую, все бросаю, ну, например. Да, вот раздражает, ну прям я так, все, я не буду больше пастором. Но это не это вот прям психу такой вот, не знаю, вот такую истеричка, да, вот хороший пример. Или, например, вы знаете, я вот подумала о том, что, ну вот пришел я на работу, я пришла, например, на работу устраиваться. Вообще вот я по себе чувствую, что я прям хороший руководитель, у меня прям дар управленческий. Кто вот так чувствует на себе? Все, ну не все. Ну и ты такой, думаешь, все, я буду директором шахты, ну или там еще кем-нибудь, там руководителем, начальником отдела продаж, например, или еще кем-то. Ну таким. И все, но ты нестабильный. Ты сегодня пошел на работу, завтра ты сказал, да не пойду я на работу. Ну кем ты будешь? Ты будешь начальником, директором шахты и так далее? Нет. Кто будет? Ты не хочешь, но ты идешь на работу. Это другой вопрос, когда я не хочу, но я делаю то, что я не хочу. И вопрос в том, что я не хочу, хожу, хочу, не хожу. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну, или еще, ну, вот такие примеры, что ты можешь быть каким-то особенным человеком. Бог призвал тебя, например, быть директором шахты, да, и Он хочет, чтобы ты был директором шахты, а твой характер, он... Ну, для того, чтобы вся шахта покаялась, ну, грубо говоря, да, что все шахтеры, они просто славили Бога, да, вот как Станислав говорил, распространите это царство. Но твой характер, он тебя постоянно подводит. И люди, зная, что ты верующий, они смотрят на тебя и говорят, о, да, потому что ты ведешь себя несоответственно. Ну, тому призванию и званию, какое ну, дано тебе, так скажем. Аминь. Бывает так? Или только у меня бывает? Вы знаете, я никому не хочу сказать, вот и там, это в первую очередь для меня слово, что есть вещи в моем характере, в моем там, ну, которые они неправильные. Я думаю, что у каждого есть это, однозначно. Если бы мы были совершенными... Ну, нам просто, вот, мне кажется, смысла не было вообще бы там, ну, вообще ни в чем. Потому что вот, ну, каждый день мы все равно совершенствуемся, в чем-то меняемся, в чем-то нам сложно меняться, но тем не менее.
И я думаю, что какие-то вещи, я не говорю, что вот только то, что, о чем я сейчас сказала, вообще какие-то вещи, они есть, над которыми нам надо работать, и которые могут не дать нам войти в наше призвание. Вот так будет, наверное, правильно сказать. Вот. И знаете, есть у меня очень такой пример. Ну, их много примеров, но я вот когда размышляла об этом, есть очень известный персонаж в Библии, это царь Саул. И он прям отображает вот это вот, то, что он, ну, неправильно себя вел. Он был помазанником, он был призванным царем, он был царем. Он даже не то, что там, он даже вошел в свое призвание, но он не смог там удержаться. И мы тоже можем, например, войти в свое призвание, стать директором шахты, но из-за своей скверности характера, так я буду говорить, мы можем не удержаться на этом месте. И вы знаете, вот я прям задумалась о нем, что вот он царствовал, но потом начал своевольничать, да, там, приносить жертвы. Что он еще делал неправильно? Кто знает? Приносить жертвы те, которые Бог его не просил, вот так скажем. Там не слушал. Ну и в итоге, наверное, все знают, да, чем он закончил, Саул. Не очень хорошо закончил. Хороший пример, чтобы нам так не закончить, как Саул. Вот. И хотелось бы именно вот, ну, посмотреть на наши характерные. Какие вещи вот являются вот этим злом. Вы знаете, ну, не очень, наверное, такое вот, ну что, зло, как-то слово такое какое-то жесткое, что ли. Ну вот, может быть, нечестие, но я еще подумала, что зло, можно сказать, это недобро. Будет правильно же, да, сказать? То, что недоброе есть в тебе, нечестие, или то, что есть недоброе в тебе, вот так вот назовем. Но если зло и недоброе, это будет одно и то же. Вот, и очень хотелось бы, ну, вот так вот посмотреть, что же бывает такого недоброго в наших жизнях. Ну, поразмышлять. Ну, в первую очередь, это нестабильность. Правильно, бывает такое, что вот нестабильный. Сегодня хочу, иду на работу. Завтра хочу, не хочу, не иду. В школу хочу, иду. Не хочу, не иду. В церковь хочу, пошел. Настроения нет, дождь пошел. Ай, не пойду. Но это нестабильность. И, к сожалению, это, ну, есть у некоторых. Или там, например, ну, какой? Вот на домашку, пастор сегодня говорил, да? Хочу, пойду. Потом раз там поругался с братом или с сестрой. Я не пойду больше на эту домашку. Но бывает же так? Да бывает. Но это не очень, ну, это неправильно, и это тоже недобро. Когда ты, поругавшись с кем-то, ты не делаешь то, что ты должен делать, так, ну, куда-то идти, какие-то свои вещи. И это и есть нестабильность. Ну, так или нет? Кто согласен? Согласен? Спасибо, что хоть кто-то со мной согласен. Вот, и вы знаете, и очень сильно мое внимание привлекло... Это гордость. Кто может сказать, что он гордый человек? Да, 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 это правильно. Вы знаете, я так была удивлена. Да, я хотела, чтобы у нас такое служение получилось не очень, чтобы мы смеялись, но что-то вы все смеетесь. В общем, когда я начала размышлять о гордости, ну, вот кажется, вот ты так на себя смотришь, думаешь, я не гордый человек, да? Ну, так вот вроде, я же не такой вот хожу вот так вот с носом везде. Ну, всегда так смотришь, с этой стороны. И я нашла статью одну в интернете, и я хотела бы прям прочитать вот о гордости. Меня очень сильно это так вот впечатлило, так скажем, что ли. Ну, может быть, вы тоже в себя узнаете где-нибудь. Гордость – это тщеславное возвышение над другими. Ну, что такое тщеславное возвышение? Ну, иногда это, конечно, видимые какие-то вещи, но часто, когда мы осуждаем других людей, это тоже возвышение над ними. Просто осуждаешь. Вот, вон, посмотри, какое оно там что-то делает, да, например, на него. И ты… Это тоже гордость.
Вторая сторона гордости – самоправедность. Это, ну, это из той же серии, наверное, когда мы считаем, что мы такие духовные, что я вот сам какую-то себе придумал, и вот эта вот самоправедность – это тоже гордость, когда ты считаешь, что ты мегадуховный человек, и все вокруг вообще ничего не понимают. Дальше. Сейчас начнете узнавать себя. Гнев, нетерпение, раздражительность. У кого это есть? Это все симптомы гордости. Представляете, я когда начала читать, думаю, надо же. Мы в первую очередь, самыми простыми грехами мы грешим. Ну, даже вот это гнев, нетерпение, раздражение. Вот есть люди, которых постоянно все раздражает. И это, ну, это тоже вот это зло, недоброе. Это все сторона гордости. Нежелание прислушиваться к советам и обличениям. У кого так бывает? Вот я знаю, у моего мужа, ну, приходят люди за советом. Он ему там говорит, ну, надо вот так-то, так-то, так-то сделать. Потом, ой, пастор, у нас все так плохо. Он говорит, ну, я же вам говорил вот так сделать. Но люди не прислушиваются к тому, что, например, пастор говорит. Ну, например, я как пример это привожу. Или там, ой, Господь, там то-то, то-то, благослови, вот это хочу, то хочу. Бог говорит, ты вот это сделай. Не делает. Потом пожинает плоды своего неделания. Ну, как бы, извините. Пожинайте плоды своего неделания. Тебе же говорили. Вот. Желание провозгласить свои титулы. Ну, знаете, заходит такой. Я директор шахты. Знаете меня? Или там, я там, кто еще? Начальник транспортного цеха. Ну, еще. Ну, он такой, заходишь, не там, не здрасте, я там, Альбина. Здрасте, я директор. Да, я вообще-то здесь вот. Ну, понимаете, да? И вот это тоже гордость. И, ну, просто чтобы мы задумались над этим, что же он у меня постоянно выключается. Так, сейчас еще. Ну, начинайте маленько узнавать себя. Ну, в чем-то. Упрямство. Я никогда не думала, что упрямство – это тоже гордость. Представляете? Когда мы прям упрямые, там нам говорят, это белое. Ты говоришь, нет, это красное. И это тоже гордость. Нет, я согласна, что бывает, что… Ну, когда мы прям упираемся упрямо, ну, это прям гордость. Сравнение себя с другими и дух соперничества. Вот это тоже у многих есть. Я там лучше его, я лучше сделаю, чем он или она. Там вот у меня такие красивые цветочки я делаю, а она там хуже делает, не так, не может так красиво раскрасить. Не, ну что, бывает же так, на самом деле. Ну и тогда, я просто такие банальные примеры привожу. Конечно, это более бывает... Серьезные вещи, там, соперничество вот это, да, там, кто лучше молится, там, или еще что-то. Кроме того, гордость обидчива. Кто любит обижаться? Два человека честно подняли руки. Это тоже, вот некоторые думают, что, ой, ну я вот обиделась, это тоже, ну, признаки гордости, представляете? Так что если кто из нас обижается, это гордость. И в первую очередь, ну, не надо ей давать своей жизни. Гордость заставляет тебя думать, что ты лучше других и полезнее других. Но это тоже вот из того, что мы говорили. А я делаю лучше. А я, ну, я вон сколько у меня служений, я вот сколько могу всего делать. Да, бывает так, что это тоже гордость. Гордость всегда уверена в своей правоте и непогрешимости взглядов. Ну, знаете, это про начальников так говорят в основном. Есть мое мнение и неправильное. Вот если у кого-то так есть, что только мое мнение и неправильно. Ну, подумайте об этом. Гордость любит учить других, а сама учиться не любит. Да, знаете, все ценные указания всем выдавать, но сами учиться не любит. Ну, если кто-то этому человеку что-то говорит, то этот человек однозначно не прислушивается, так называем. Гордость превращает беседу в монолог, потому что любит, чтобы ее слушали. Недавно забавный случай был.
один там руководитель говорит, вопрос задает, тут же на него отвечает, ну и так далее. Ну, знаете, вот, приятно пообщаться с умным человеком. Ну, это из этой серии. Вот. Гордость не любит просить. Вот знаете, некоторые люди прям, ну, они думают, что это вот неудобно. Ну, там, позвонить там кому-нибудь, ну, там, Диме, например. Дим, приедь, сделай шкаф мне, пожалуйста. Лучше сам буду корячиться, пусть он там весь, там, что-то. Дима вот, не просто плотник, который у нас есть. Ну, и так далее. Мы иногда, и это тоже гордость, когда мы не можем человека попросить о чем-то. Ну, там, чтобы помогли тебе. Да лучше сам, да все сделаю, там, и так далее. Это тоже гордость. Дальше. Гордость не умеет проигрывать. Ну, тоже, знаете, проиграл вот в детстве. Вот дети, вот у меня Матвей, если проиграл в какую-нибудь игру в домино, все. Лучше бы я с ним не играла даже. Ну, понимаете, да? Так, вот. Гордость любит всегда выигрывать и в спорах. Ну, знаете, всегда оказаться правым. Если вот спорный вопрос какой-нибудь, и споришь, и ты там уже 1000 аргументов себе нашел, ну, и хочешь оказаться правым, это тоже гордость. Гордость, как правило, не любит благодарить. Ну, как бы неблагодарная, так назовем, неблагодарность. Если есть неблагодарность к Богу, к людям, это тоже гордость. Так, гордость порождает зависть. Когда кто-то лучше, чем ты. Ну, видишь, что у кого-то лучше получается, чем у тебя. И если гордость, то тебе постоянно, ну, что вот это, знаете, вот как он так-то, почему у него лучше получается, чем у меня. Гордость порождает недоверие. Нам трудно поверить, что кто-то может сделать то или иное лучше, чем мы, как будто другие менее компетентны. Гордость рождает в нас чувство, что нам все должны. Так как окружающие часто полагаются на нас и во многих ситуациях напрямую зависят от нас. Гордость всегда и во всем ищет выгоды для себя. Гордость подталкивает нас находиться в кругу людей, которые не только уважают нас, но и считаются с нашим главенством. Ну, знаете, такое, пришел, ну, пастор, например, и все его там называют пастор, и он такой ходит, король. Пастор, например, да? Ну, или там не пастор, а кто-то еще, ты, ну, вот, заставляет тебя в этом. Я задумалась, насколько много вот этих вот недобрых вещей в наших жизнях. Ну, и хочется, чтобы мы избавлялись от этого. Вот. Еще я для себя написала, что, ну, вот, например, неуважение. Это тоже не очень правильно. Когда мы не уважаем других людей, неважно, кто они, не обязательно вышестоящие, просто важно уважать всех людей, которых ты встречаешь, ну, на своем пути, так скажем. И это тоже что-то недоброе. И вы знаете, можно много там говорить, конечно, много есть неправильных вещей еще в наших там жизнях, может быть, какой-то грех нераскаянный, я не знаю. Мне хочется просто с вами помолиться, чтобы Бог показал вам, что есть в тебе и во мне неправильное. И знаете, ну, очень часто люди говорят, ну а что с этим делать? Ну, во-первых, всегда причину надо что сделать? Обнаружить, знать. Потому что во многих вещах, вот я, например, бы сейчас не прочитала, мы бы просто помолились. Ну, не факт бы то, чтобы мы что-то, да, в себе увидели. И в первую очередь нам надо всегда знать своего соперника в лицо, так скажем, ну, свою вот эту вот проблему какую-то, ее знать, для того, чтобы, ну, как-то с ней бороться. И второе, что для меня самое важное, никогда нельзя, ну, скажем, игнорировать, что ли, игнорировать молитву. Ну, вот я знаю, например, что я гордый человек, но я даже не пытаюсь за это молиться. Но есть такое. Я знаю, что у меня есть проблемы с каким-то нераскаянным грехом, ну, или вообще что-то мучает меня, да. И там, может быть, ну, что такое вот сказать-то неприличное?
покурю втихушку, да, или еще, ну, я не курю, конечно, ну, или еще что-то, ну, какие-то вещи вот есть в твоей жизни, но человек даже иногда не пытается с этим бороться, и это не очень хорошо. Вы знаете, никогда нельзя игнорировать молитву. Сейчас мы помолимся, и я потом еще посвидетельствую о силе молитвы. Ну, потому что это будет про здание, поэтому сейчас не буду говорить. Аминь. Вот, и никогда не надо игнорировать молитву. Есть место, в Матфея написано, что... Забыла. Ну, что когда дети его просят, то он обязательно вам даст. Если мы будем искренне желать каких-то вещей, ну, очиститься, что Бог обязательно это даст. Аминь. Ну что, будем молиться? Да? Я предлагаю нам встать. Вы давно очень не стояли, но мы потом сядем, не переживайте. И вы знаете, сейчас не надо смотреть вот на других людей, там, он молится или не молится, пусть он со своей жизнью сам разбирается. Вот просто сейчас так, ну, постарайтесь настроиться на себя, на свое внутреннее, чтобы Бог вам показал, чтобы Бог тебе показал, что есть неправильно в твоей жизни. Аминь. И можно закрыть глаза и прям попытаться раствориться сейчас вот в Божьем таком присутствии. Я буду говорить, а вы повторяйте. Ну, можно вслух, можете про себя, но главное, чтобы мы молились об этом. Господь, покажи мне, какое зло есть во мне. Скажите, если кто-то вот, ну, можете не открывать глаза, если кто-то вот, ну, что-то Бог начал показывать, просто поднимите руку, чтобы я увидела. И знаете, может быть, еще кому-то Бог покажет. Если в этом участвовали люди, мы потом помолимся отдельно, чтобы разрушено было все то, что люди... какие-то мешали в этом. Вот, и продолжаем дальше молиться. Я разрушаю всякое зло, восстающее на мою душу, властью, данной мне Иисусом Христом. В духовном мире мы уже разрушили любую гордость, нетерпение, раздражение, неуважение и так далее. Нам просто надо научиться жить по-новому. Ну и мое любимое, нам обязательно надо всем вместе сказать. Господь, покажи истину. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я еще за вас помолюсь, хорошо? Можете не закрывать глаза. Ой, не открывать, вернее. Господь, благодарю Тебя за Слово Твое. И я прошу за каждого человека, который здесь стоит, во имя Иисуса Христа, то, что Ты показал и будешь показывать в течение этой недели, Господь, я прошу, чтобы Ты разрушал всякие твердыни, всякую ложь, все недоброе и нечестие, которое восстает на наши души, во имя Иисуса Христа. Господь, пускай каждый человек, он очищается для Тебя, Бог, и несет Твое Слово, несет, Господь, истину в этот мир, Господь. Пускай каждый человек, он исполняет, Господь, то, к чему Ты его призвал во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.